Всем привет! У меня сегодня будет такая большая распаковочка, наверное. Тут такое все что-то мелкое, что-то покрупнее. Но у меня тут одна из посылок. Я жду сумку. Сумочка у меня вышла за 200 там с чем-то рублей, 230-240. В общем, давайте начнем с мелких. А крупненькое оставим на потом, самое интересное. Так, дождалась я наконец-то этих черепашек. Тоже покупала за какие-то копейки. Так, сейчас сразу нужно одеть, а то сейчас еще потеряется все. Сейчас я вам покажу. Ну, одевайся, да? Так, что-то тут уже поломалось. Что-то тут не входит. А, вот она. Вот, все, господи. Так, вот такие вот черепашулечки. Сейчас. Вот такая прелесть. Очень красиво блестят. Очень такие красивенькие. Да, качественные такие вроде бы. Ну, понятно, что это бижутерия. Естественно, не серебро, не какие-то там камни. Но очень достойно выглядят. Прям вполне себе. Посмотрите, какая красота. Какой-то мусор прилип. Ну, достойные такие, прям достойные сережечки. И небольшие, и не крупные сильно. Ну, в общем, очень даже ничего. Так, ну давайте дальше. Что-то гремит. Это держатели для проводов. Ну, для маленьких проводов. Да хотя можно и, наверное, всякие туда засунуть. Это вот к стенке прилепляется. И вот чтобы шнур где-то там не падал, не искать его. Вот такие вот крепежи. А вот у меня тут шнур, давайте померим. Ну вот, допустим, да, вот так. Ну вот как-то так. Ой, где там камера? Вот. Ну а что, прикольно так-то, да, чтобы не терялось. Хоба. Не потеряется, не наступишь, чтобы не на полу вот это все не валялось. Но я думаю, тут оно немножко и растянет. Ну, нет, наверное, поломается. В принципе, для бытовых каких-то шнуров, я думаю, тоже может подойдет. Я не помню, сколько здесь штук. Ну, штук, наверное, 10, наверное. Скотч двусторонний, видимо. И вот такие все одинаковые прозрачные штучки. Ну, цену прикреплю потом. Посмотрите, что почем. Так, а тут что-то такое. Что-то такое. В общем, я не знаю, кто как, но я почему-то все время вот чищу, ну, плюс еще язык не только зубной щеткой, да, а еще вот таким скребком. Но он немножечко пострадал. Немножко кривоват. Сейчас попробуем. Ну, почти получилось, да? Так. Ой, ой, а хорошо будет прям чистить. Тут такая она, типа, ну, не острая такая. Вот, видите, она такое немножко тут заостренная. Такое пластиковое. В общем, вот такая штукинца для языка. Так, шкреб, 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 шкреб. Хм. Потому что на зубных щетках, которые делают, они мне не подходят. Они какие-то маленькие, вообще не чистят и все такое. И мне, в общем, нужна была именно вот такая. Можно ее повесить для крючка. Хм. Прикольно. Зачем сделали такую высокую? Я не знаю. Я не помню, или купон попадался, или я просто по скидке где-то схватила. В общем, мне пригодится. Не знаю, кто-то пользуется или нет. Что?
Ой, да неужели? Ой, да неужели это пришло? Заказывала, я не знаю, наверное, в апреле. Наверное, в апреле еще заказывала эту штучку. Да, для дочки такая сумочка. Такая вот сумочка. Сейчас покажу. Вот, она такая, не знаю, как это такая называется, она такая прозрачная. В общем, эта сумочка, чтобы ее раскрасить, ну, как бы для творчества, типа такого, для детей. Господи, я уже даже про нее забыла. Ну, сейчас посмотрим, маркеры вообще рисуют. У меня, конечно, маркеры, если что, есть. Но обычно самое ужасное это желтый. Ой, а желтый рисует. И очень даже ничего. Так, ну, в общем, вот такой наборчик. Я не помню, цена какая была. Да рублей 100, наверное. Может быть, 80 рублей. Ну, тут особо... Ну, она такая прям небольшая, но не малюсенькая. Тут расправляется дно. Ну, как-то так. Так, ну давайте дальше. В принципе, миленькая штучечка такая. Ну, естественно. Ну, куда без них? Ну, какая распаковка у меня без трусиков? Такие вот трусишки. Размер XL. Я всегда самые большие покупаю. Ну, не в смысле самые большие, но не меньше XL. Потому что меньше берешь, они как на жопы китайцев. Непонятно. Это вроде не особо такая прям крупная, чтобы маленький покупать. Но все равно. Ну, в общем, такие трусишки. Что тут долго рассказывать? Симпатичные, нормальные трусишки. Все, точка. Что тут еще рассказывать в очередной раз? Так, я надеюсь, это то, о чем я думаю. А, нет. Ну да ладно, это тоже неплохо. В общем, купила в туалет ковер, а он скользит на кафель, он скользит и не держится. И вот я вот такие штукенцы взяла. Естественно, по скидке попались. Я специально это все не покупала. Прям так, а, они типа были скреплены. Я думала, они резиновые. Они не резиновые, ни черта. Но вообще это, знаете, для стульев. Ну, вниз ножки приклеивать к стулу. Там, чтобы паркет не царапалось, там все такое. В общем, клейкая сама штучка. А это просто бумажечка. Ну, блин, для ковра не подойдет. Ну, для стула, да, я думаю, подойдет. И, впрочем, и вполне себе неплохо, я думаю. Лишь бы держалось, знаете. А с двух сторон наклеечки. Тоже прикреплю, за сколько покупала. Так, давайте вот это. Что-то тут... История такова. Заказала, в общем, попались мне кисточки за 30 рублей. Девочки, мальчики, за 30 рублей. Мне принес их курьер через, ну, дней 5. Ну, наверное, через неделю, ну, там выходные были, все такое. За 30 рублей. Я, если честно, как бы как минимум не ожидала, как максимум это вообще. Ой, я пыльный какие-то. Видно сейчас. Интересно, не видно. Короче, с них что-то сыпется. Да я, знаете, покупала не для себя, там для макияжа, еще для чего-то. К дочке баловаться. Ой, какой кошмар. Какой кошмар. Оно сыплется. Вот и 30 рублей. Ой, посмотрите, что творится.
Ой, кошмар какой. Интересно, они все такие? Ну, что я хочу за 30 рублей, ребят? Ну, ладно. Сейчас давайте другую попробуем. Ой, да не фу, они все такие. Да, блин. Повезло, что я могу сказать. Они прям вон все. Я думаю, видно, да? Хотя я, ну, особых усилий не прилагаю. Так, чисто вот чуть их раз. И оно вон. Да, блин. Давайте маленькую какую-нибудь попробуем. А маленькая ничего, посмотрите. Маленькая держится. И прям сильно выдергиваю, держится. Все, так, одна есть. Так, давайте все проверим. Там, может быть, просто мне брак такой попался. В смысле, это не все такие. Ну, вот это тоже нормально. Так, значит, большие не все. Тоже хорошие. Так. Хорошие. Тоже хорошие. Тоже хорошая. Ну, какая толстая. Тоже хорошая. В общем, все хорошие, кроме вот этих вот трех. Да? Вот эту мы пробовали. А, это вот она, этот, сыпется с ней что-то. Но она хотя бы не облазит. На краски много наложили, что она сыпется. Либо уже с какой-нибудь пудрой идет. Так, а вот эти две сыпятся. Ладно, что-нибудь. Но если их зажать будет, тоже странно. Вряд ли оно что-то поменяется. Но оно видно, вот оно тут раз. Все выпучено. Интересно, если все вытащить, оно все. Можно это, брови клеить. Или ресницы кому-нибудь. Или кому-нибудь усики. Так, в общем, за 30 рублей. 3, 6, 7, 8, 8 штучек замечательные. Одна сыпется, что-то с нее сыпется. И две бракованные. Ну, практически идеально, по-моему, мне. Мне кажется, вообще зачет. Так, ладно. Эти, наверное, выбросим. Так, давайте вот эту дырявенькую. Дырочка, дырочка тут какая-то. Это еще что такое? Неужели это то, о чем я думаю? Да ну да ладно. Фу, какая гадость. Ну, опять же, предыстория, история такова. Она должна быть очень маленькой и коротенькой. Но она не такая уж маленькая и коротенькая. Это вот, знаете... Мой муж шапки нормальные не носит, он носит их, чтобы торчали уши. Ну, это вот, знаете, как вот у мусульман, это маленькая шапочка. А это, ну, конечно, чуть больше, чем мусульманская. Ну, понятно, что я, ну, не мусульманин, но просто любит коротенькие шапочки. Господи, ну она какая-то удотская. Либо она потому что помятая, ну, честно, качество. Какая-то бабушка навязала. Нет, ну по качеству, что я могу сказать, так-то приличная, в принципе, она немножко, если ее разгладить. И все. Ой, ладно, не мне разбираться с этим, отдала я за нее, блин, рублей 200. Какая-то кривая, косая. Посмотрите, какая-то кривая вся. Ясно, что я могу сказать. Она, во-первых, шла мне 3 года. Так, а тут что-то несколько. Ну, давайте. Да, пакет в пакете. Что же тут может быть? Все, все. Что-то тут такое интересное. А,
Ай, ты. Короче, вот у меня каждому товару какая-то прям предыстория. В общем, один продавец, видимо, по какой-то ошибке, я не помню только что. В общем, там за 20 рублей, по-моему, он продавал такие, знаете, кухонные для сыпучих эти баночки, короче. Я две штуки купила, но он говорит, типа, у меня ошибка произошла, типа, давайте я вам что-нибудь другое вышлю. Я говорю, ну давайте, дам 20 рублей, думаю, куплю себе вот такую вот штукенцию для зубной пасты. Тут уже все поломалось. Выдавливалку для зубной пасты. Я ее так давно хотела, я один раз заказывала, она мне, короче, так и не пришла. Я, короче, забила на нее и все. В общем, вот такая вот штука. Видимо, вот сюда засовываешь конец зубной пасты и крутится, вертится, короче, крутится и вертится. Блин, да, наверное, прикольно. Ну, в общем, попробую. В общем, за 16 рублей вообще отлично. Или за сколько-то там рублей. Я потом, короче, вам пришлю. Я уже не помню, если честно. Даже в коробочке, вот видите, даже инструкция есть, что делать надо. Так, инструкция. Инструкция. Вот так. Вот. Ну, красота, скажите, не? Как по мне, так вообще. Так, а тут что? Ничего, салфеточка. О! Это, в общем, пистолет для прокола ушей. Ничего тут он не доложил, ничего. Я думаю, вы знакомы с этим. Ну, не знакомы, хотя бы видели где-то у кого-то с сережечкой внутри, соответственно. Сам пистолетик. Не знаю, можно несколько раз. Ну, я думаю, да. В принципе, можно несколько раз им пользоваться. Ну, пришел за копеечки. Герметично запаковано. 3 года годен. Срок годности у него до 25 года. Сделан 22-го. То есть новенький. С пылу с жару он ко мне прилетел. Так, ну давайте. Это, я не знаю, что это за тут какая-то штука. Аккуратно. Распакую. Ой, да ладно. Я думала, оно придет в коробочке. Так, еще бы потом с этим разобраться. Так, ладно, я потом инструкцию посмотрю. В общем, у меня телефон Honor 50. И он у меня с изогнутыми краями. И постоянно пленка у меня эта гадская отклеивается. Постоянно что-то с ней не так. Постоянно она говняная. Все ломается. В общем, я заказала пленку 360. Я, наверное, пока ее наклею, я, наверное, с ума сойду просто. Просто с ума сойти, ребят. Так, да, вот, Honor 50. Положили все правильно. Вот так. Там даже есть видео, как ее правильно клеить. Тут она поэтапно, тут вот видите такие это разломчики такие. То есть тут и сзади камера, и все сзади. Оно потом так хлобысь соединяется, короче, и вообще ништяк. По идее, классная штука. Вот это я не знаю, это... Тут же нету дырки для зарядки. Блин, ну тут не надо. Ладно, я потом еще раз видео пересмотрю и когда-нибудь решусь ее наклеить. Отдала я за эту пленку начало 200 рублей, там 210, 207 рублей, по-моему. Так, обязательно уже смотреть видео. Тут еще что-то в пакетике. Артефакт. Артефакт. По рисунку я не пойму, что это. Ладно, видео поглядим. Так, я надеюсь, вот здесь сумочка. Значит, если правильно не прогадала. Вот она, сумочка за 200, допустим, 30 рублей. Да, ну-ка, нет, тут еще посылка в посылке.
Еще несколько посылок. А, ну вот она. Так, я ее оставлю напоследок. Ждите конца видео. О! А это на Honor Band 6. Мужу на часы. Чехол. Чехол, пленка, что-то типа такого. Даже доставать не буду. Это не мое, не знаю. Вообще, что-то попалось там рублей за, ну, допустим, 30, до 30. Так, и вот это, та-да-да-да. Очки. Очки детские, очки девочки. Детские очечки красивые, с тряпочкой пришли, беленькие. Я разбила и заказывала. Надеюсь, что да. Очень милые, красивенькие, легенькие. Так, вот так. Вот так. Короче, что-то намутило, вы поглядели, как оно темнит. Я не помню, цена 100 рублей, может быть. Кстати, ровные. Очень даже интересно. Ой, да вы посмотрите, у нее лапочки на конце. Посмотрите, тут лапонька. И тут лапонька. Очень хорошенькие, миленькие чёчечки с трёпушкой. Вот так. Так, и та-да-да-да-да-да-да-дам, сумка. Сумка. Сумочка. За 200 рублей. Ой, еще не дала. Так, запаковали. Неплохо. Маленькая, тоненькая. Так, еще бы сейчас ее тут не порезать, пока я... строю. Угу. Опа. Воняет. Кармашек. Ручка. Ну, говняненькая. Это должно быть, по идее, надуто. Да, правильно, что я понимаю. Это должно быть надуто, держать объем. Но это просто пакетик. Тоненькие ручки. А что, они оборванные, что ли? А, или их завязывать надо. В общем-то, вот такие вот ручечки. Видимо, вот в эти дырочки их нужно засунуть. Там завязать. И да будет вам сумочка. Ну, что я хотела за 200 рублей? По-моему, я цвет другой заказывала. Он был полностью должен быть бежевым, а он черный с бежевым. Ну ничего, ничего, ни подкладки нет, ни, естественно, ни кармашка, ни хренашка, ничего нету. Просто зумочка. Зумочка и все. Молния хоть работает. Ну да, молния нормально. Все. Кармашек есть, что я тут сочиняю. Украшенница. Сумочка. Все. Все, на этом распаковка закончилась. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь. Всего всем хорошего. Всем спасибо, всем пока.